Снова прямое включение из Алани. Как эта башня называется? Кызылкуле. Кызылкуле. Красная башня веревает. Да, 13 века башня. Оборонительная, да? Да. От пиратов. Это снова порт. Вчера показывал. Вид очень красивый вообще, конечно. Можем туда подняться как-нибудь. Оттуда вид гораздо лучше. Там видно все огромное. Здесь находится машина. Это старинное приспособление. Катапульт. Видимо, для защиты со стороны моря. Вот, видишь, карниз даже еще с этой слепниной остался. Это вот явно от какого-то древнегреческого храма. Ну да. Немножко лепини еще осталось. Остатки Древней Греции, так да, скажем, это да? Это все древнегреческие города. Да. Вот это вот камни. Это все. Все тех времен. Она еще не нагрелась, еще нет. Кстати, не нагрелась. Такие старинные, да? Ну, пойдем тогда, я тебя еще свожу в одно место. Вот недалеко. Музей, а что там вообще в нем? Я там никогда не была. Музей. 120, ой, ну да, 120 рублей, 12 лир. Музей. Ну да, там объяснит. Там вот наверх посмотреть, уже видно, это уже более современные, да, постройки. А вот это вот именно так. Можно вернуться. Сюда? А, нет. Это, по-моему, туда. Да, туда. Посмотришь на Алани. Это какой-то источник. Дерево нашли, он даже гнездо есть, пчелы летают. А медом как пахнет? А пахнет прям медом, да, цветки. Угу. Курица с петухами. А как вообще вот этот вот замок наверху горы называется? А? Это называется Куле. Куле? Куле. Вот гранаты висят. Ну, уже, конечно. Гранаты переспели. Ну да. Тропинка такая. Главное, что есть. Конечно. Значок на шпильках на каблуках нельзя. Здесь на каблуках точно не пройдешь, да, то нарядится.
her alanının kontrol etmesi için Наверное, сейчас служба начнется. Валания, да? Лимоны. Прошлогодние. Такие вот улочки турецкие. Отель какой-то, видим, давно, да? Созданный. Бутик, отель. Очень Италию напоминает. Да, вообще вид такой, да, прям европейский. Средиземноморское. Да, да, да. Мы идем все выше и выше. Вот сейчас немного вид. Красоты. Почти с птичьего полета. Ну да. Вроде бы все ничего прошли, а уровень уже поменялся. Да, Турция вся цветет. Весна в Турции. Самая старая мечеть. Мы подходим к самой старой мечети. Одна из. В Алании. Сколько? 350? 500. А, 500 лет, полтысячи. Небольшая, маленькая, но... Она маленькая, да. С очень красивым видом. Да. Голландия не маленький город, скажем так. Вот так, вот так вот, и туда вот за гору повернуть, там тоже все будет Алания. А Махмуд-Лар где? Ну, в той стороне. Туда, да? Там вот за тот мыс поворачиваешь, и вот он будет там. Угу. Но вид, конечно. Старый район, это Клеопатра, Оба район. А потом, кажется, Тосмор идет. Да, Тосмор подальше. Ну и дальше там пошли Карбиджар, Пистель, Махмуд-Лар. Вот. И тут тоже живут люди. Вон, пожалуйста, тебе апельсины. О, да, снова апельсины. У нас такого нет. Вот лимоны. Вид. Да, вот. Ну, гранаты сейчас уже не сезон. Гранат стоит. Он не вечно зеленый. Он уже практически без плодов и без листьев. Иди понюхай, зацветает. Цитрусовый зацветает. Скоро. Они будут цвести, будут просто благоухать тут все. За это создается, да, такой климат хороший для здоровья. Очень хороший. Особенно для людей.